Привет, YouTube! Привет, подписчики! В этом видео я покажу вам свой рецепт приготовления свиной грудинки на мангале. Сейчас вечер, и мы будем мариновать мясо, а завтра уже будем жарить. Значит, вот такой кусочек свиной грудинки у нас имеется. Шкуры в этом кусочке нету. Здесь пара ребер, здесь чистое мясо. Отличные прослоечки сала. Кусочек этот весом приблизительно 1 килограмм. Возможно, немножко меньше, я уже точно не помню. В общем, что мы будем делать? Кусочек мы пока оставим в покое. В общем, у меня есть вот такой вот набор специй, купленных на рынке. Здесь куча разных приправ. Здесь 3 вида перца. И черный, и душистый, и красный перец. Здесь и паприка, и чеснок сухой, и кориандр, и петрушка, и тимьян, и еще что-то. В общем, продавец на рынке собрал мне неплохой такой вот составчик из специй. Ну вот, здесь приблизительно 20 грамм. К этому составу мы еще добавим соль. Где-то приблизительно неполных, не с горой, 2 чайных ложечки. Сахар столько же. Так, перемешаем это потом. И еще мы приготовим лучок. Я думаю, что на это количество мяса достаточно будет 3 луковицы. Из лука мы будем делать с вами кашицу, чтобы лук дал сок. И этот сок получше пропитал мясо. Так, сейчас мы лучок с вами порежем. Возьмем блендер. Сюда его загрузим. Так, ну и все. Так, ребята, вот что у нас получилось. Вот такая вот кашица. Теперь мы будем ее добавлять к специям. Сейчас все отсюда хорошенько выберем. Так, и хорошенько это все надо перемешать. Так, ну вот что у нас получилось. Довольно-таки сочная кашица из специй и лучка. И теперь будем нашу грудинку тщательно обмазывать. Будем вот прям с вами втирать в мясо, чтобы все хорошенько в дальнейшем пропиталось. Так. С другой стороны. Ну, в общем, сейчас я буду заканчивать втирать специи в мясо. Потом положу его вот в такую вот мисочку и накрою пищевой пленкой. Поставлю в холодильник. Ну, до утра. А утром уже будем готовить. Наступил новый день. Наконец-то дождались. Мясо провело в холодильничке под маринадом всю ночь и все утро. Сейчас у нас где-то приблизительно 12 часов дня. Вот такое вот мяско. Отлично у нас получилось, пахнет вкусно, специи все на месте. Вот, теперь будем с вами жарить. Вот, уже мангальчик готов, дрова прогорели, угли накаленные,
Вот решетка. Я ее промазал подсолнечным маслом. И теперь будем с вами мясо укладывать на решеточку. Вот так вот. И прижимаем. Вот. Периодически будем поливать мясо вот таким вот пивом донецким, донецкими жигулями. Ребята, прошел час, и грудинка свиная у нас готова. Вот такой у нас результат. Мясо сочное, сок вытекает. Сейчас уже пойдем кушать. Разрежу, покажу, что получилось. Вот, например, вот в этом... А, горячая. Вот в этом месте. Вот такое вот мяско. Сочное, красивое. Что хотел сказать. Поздравляю всех комрадов, подписчиков, жителей YouTube с масленицей. С наступающим 23 февраля. Всем желаю здоровья, счастья, мира. Комрадам хорошего хабаря под катушку. Удачных выходов на природу. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.